Добро пожаловать на мою страничку. Всем спасибо, кто посетил и подписался. Двигатель 2.2 бензиновый, 190 лошадиных сил. Автоматическая коробка передач, полный привод. Машина была куплена в 2019 году. Забрав машину, первым делом сразу решил закатывать прозрачной пленкой и бронирование фар в темный полиуретан. Решил затонировать передние фары слегка, смотрится огонь. Класса AMG. Решила придать немного внешнего вида. Жабры в задний бампер. Решил ставить до оснащения К35 машины, заказали все в круг, пришли только жабры, через 3 недели придет все остальное, а пока смотрим, что получилось. В мозгах автомобиля уже заложена эта самая раздушка, просто в силу экологических норм, паспортного расхода и прочих плюшек, деактивирована, хотя инженеры закладывали это с завода. Другими словами, все легально, без всяких вскрытий, делается родным оборудованием, через опт. Семь преимуществ защитного стекла Legion Glass. Защищает монитор от царапин и других механических повреждений. Маскирует 90% всех повреждений монитора, которые появились в процессе эксплуатации на незащищенном мониторе. Гарантия устойчивости к различной химии загрязнений. Сохраняет антибликовое покрытие заводского монитора. Защита черного пластика в салоне. Решил защитить черный пластик в салоне, так как он царапается очень быстро. За 2 месяца появилось большое количество мелких царапин. Теперь после защиты царапины не страшны. Перед шумоизоляцией нужно определить, что хотите получить.
улучшение звучания музыки, избавление от скрипов в салоне, больше комфорта, и после этого определяться с выбором материала из поставленных целей. Сделать решил сначала колесные арки и посмотреть, как это вообще работает, сделали мне за несколько часов, что получили в итоге. Стало значительно тише, резину слышно теперь не так сильно, зимой думаю будет еще лучше, полицейский стал переезжать как бы мягче, результатом доволен, буду делать двери теперь. Шины Continental Viking Contact 7 SSR. Летние колеса AMGR 18. Приветствую всех, кто зашел на мою страничку. Подписывайтесь, оценивайте.